Стартовала одна из самых знаменитых гонок на собачьих упряжках – Берингия. Это почти 1000 километров по заснеженной Камчатке. Что ждет участников и какая порода лучше всего подходит для столь экстремальных соревнований, знает наш спортивный обозреватель Александр Бриус. 3 миллиона рублей – достойное вознаграждение за 3-недельное испытание зимним марафоном. Впрочем, эти деньги получит только победитель гонки, а претендентов почти 500. Впереди у каюров 950 километров пути, и это не самый длинный маршрут в истории Берингии. В конце прошлого века дистанция составляла более 2000 километров, и та гонка была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Соревнования самые что ни на есть экстремальные. И неудивительно, что далеко не всем участникам удается добраться до финиша. Впервые гонку Берингия провели в 1990 году, и не только ради спортивного интереса. Тогда кинологи забили тревогу. Камчатская ездовая лайка оказалась в большой беде. 10 000 лет эта порода собак верой и правдой служила человеку. Животные доставляли в поселки почту, продукты и пассажиров, возили своих хозяев на охоту и рыбалку. Однако с приходом технического прогресса собаки стали не нужны. Страшно сказать, за их истребление даже платили хорошие по тем временам деньги – 5 рублей за шкуру. В детстве я помню, перед моими глазами сколько таких случаев. На глазах собак стреляли и снимали с цепей их. Так зверски вообще. А ведь эта порода уникальна. Ее сотворила сама суровая природа. Выносливость, активность и повиновение – вот ее главные качества. А еще камчатская лайка просто обожает ласку. Были времена, когда на Камчатку даже запрещали завозить других собак, чтобы избежать смешения кровей и не испортить уникальную породу. Кроме того, люди заметили, что камчатские лайки прекрасно ладят с детьми. Они терпимы, игривы и практически никогда не капризничают. Поэтому уже стали доброй традицией соревнования молодых каюров в преддверии основной гонки Берингия. Это старты для спортсменов от 5 до 17 лет. Дистанция для них, конечно же, короче, зато впечатлений куда больше. Самое классное – это когда ты едешь с горки и собаки бегут. Самый адреналин появляется. Большинство из этих ребят мечтают стать профессиональными каюрами. И, конечно же, выиграть легендарную гонку на собачьих упряжках – Берингия. Александр Бриус, Мир 24.